Пожары в Рутульском и Тлеротинском районах удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Дагестану. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 87 человек и 6 единиц техники. Сейчас угрозы для жителей районов уже нет. Основные очаги возгорания удалось потушить при помощи авиации. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природе, не поджигать сухую траву и не оставлять костер без присмотра. В случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по телефонам 101 и 01 или по номеру доверия Главного управления МЧС России по Дагестану 8 87 22 39 99 99.